канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз пока не может отменить санкции, принятые в отношении России из-за конфликта вокруг Украины. По словам канцлера, в ЕС видят, что санкции затронули в том числе и ряд западных компаний. Поэтому мы, конечно, хотим таких политических рамочных условий, которые позволили бы нам снять санкции. Ввиду существенных нарушений международного права и до сих пор нестабильной ситуации мы, к сожалению, еще не достигли этого вопроса, приводит слова Меркель телерадиокомпания Deutsche Welle. Вместе с тем, канцлер отметила, что Берлин желает вернуться к конструктивным отношениям с Москвой. Мы желаем партнерских отношений с Россией, у нас так много международных проблем, заявила Меркель. По ее словам, Москва, в частности, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Сирии. Западные страны с марта 2014 года уже несколько раз вводили санкции из-за позиции России по Украине. В марте 2015 года был расширен санкционный список США, а в июне – санкционный список Канады. Кроме того, 22 июня главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге продлили действие экономических санкций до 31 января 2016 года. Список российских граждан и компаний, попавших под санкции, в материале РИА Новости больше, чем. Список российских граждан и компаний, попавших под санкции, в материале РИА Новости больше, чем.